Девочки, здравствуйте! Сегодня мы опять с вами поготовим немножко. Хочу снять для вас рецепт своего любимого салата. Салат очень легкий и простой. Вот. Ну и какие же ингредиенты нам понадобятся в этот салатик? Это листья салата. У меня вот такие вот листья, самые обычные. Это зеленый лучок, укропчик. 3 или 4 яичка. У меня 3 яичка. Одно пострадало в процессе варки. Вот такие 3 яичка. Я их уже сварила. Обычные куриные. Соль, перчик, соль по вкусу. И также приправка. Приправка любая, какую только вы любите. Это может быть майонез, это может быть какая-нибудь приправа на основе йогуртовой заправки какой-нибудь. Или абсолютно любая, какую вы только любите. У меня сегодня будет мой домашний майонез. Ну все, все с вами режем. Нужна будет вот такая кастрюлька. Режем, закидываем в кастрюльку. И я к вам возвращаюсь дальше. Вот я все порезала. Порезала укропчик мелко. Порезала яйца кубиком. Не очень мелко я старалась не мельчить. И порезала зеленый лук. Как вы видите, зеленого лука очень много. Но у нас салат так и называется. С зеленым луком и яйцом. И теперь все, что мы нарезали, практически основные ингредиенты, мы пересыпаем. Сейчас я буду пересыпать в кастрюлечку. Пересыпаем в кастрюлечку. Вот я пересыпала все в кастрюлю, все основные ингредиенты. И нам осталось только порезать с вами салат. Салат можете порвать, можете порезать, но не мелко. Ну или как вам нравится. Я порежу его в произвольной форме, не мелко, достаточно крупно. Можете просто порвать руками вот на такие вот примерно, ну на небольшие вот такие вот листочки. Можете порвать салатик. Режем салат в нашу с вами кастрюльку с основными ингредиентами. Вот я уже нарезала листья салата. Нарезала, как видите, их не мелко. Вот такими вот примерно, ну, в произвольной форме, довольно крупно. И перемешала с основными ингредиентами. И сейчас мы будем добавлять сюда заправку. Это наш домашний майонез. Сейчас я выкладываю сюда заправочку. Вот так вот. И оформляю блюдо. Вот такой вот красивый, вкусный зеленый салатик у нас получился. Вы можете подавать его как самостоятельное блюдо. Также с жареной картошечкой, с картошкой пюре. Есть с тем, с чем вы любите. Спасибо, девчонки, за просмотр. До свидания, приятного аппетита и ждите моих новых видео. До свидания.